Одним из значимых проектов, выдвинутых в этом году фондом Нурсултана Назарбаева, является первый в истории страны национальный олимпиад для сельских школьников «Мангбала», ориентированный на поддержку и развитие детей 5-6 классов из сельской местности. Олимпиада проходила в два этапа и охватила 295 тысяч учеников 5 и 6 классов сельских школ. 21 августа 2020 года состоялся завершающий этап олимпиады, в котором участвовало 142 школьника нашей области. По итогам второго этапа олимпиады отобрано 1000 победителей, из них 63 победителя из Костанайской области. В Костанайской области победителями олимпиады «Мангбала» в отделах образования акиматов районов были вручены ноутбуки и дипломы победителей.